прокрашены. Внизу и сверху. Что выяснилось главное? То есть должно быть, получается, если у вас проем ворот. То есть проем ворот плюс 40% для противовеса. Вот у нас получилось, мы тут поменьше сделали, конечно. Из расчета 6-метровой. То есть идет они размерами нижняя. То есть та, рельса называется. 6 метров, 6, 7 и так далее. Под 6-метровую. Проем ворот 4,20. Получилось. Воротина 4,20 и 1,80 противовес. На электродвигателе. На что стоит обратить внимание? Это, конечно, ролики. Вот два ролика. Раз, два внизу. Качество роликов. То есть, чтобы были качественные ролики. Потом, приемный механизм. Раз, нижний, верхний. Сверху ролики многие делают, я заметил, тут вот буквы П. Зачем? Не знаю. Это лишнее даже. Также здесь нужно под вот тут, если обратите внимание, да? Многие делают швеллер просто. Я сделал из 5-миллиметрового металла буквой ЗЮ под двигатель еще 20 сантиметров на выдвижение. 2-0. Вот. На стену. И обварили ее. Вот так пусть будет. Немножечко. Ну, тут сказали без разницы, но лучше его делать, в основном делать посередине. Или ближе к воротам. К проему ворот двигатель ставить. Двигатель на кнопочке, то есть закрывается и открывается, как мы видим. Все работает. 30 секунд открытия, 30 секунд закрытия. Обшивались ворота. Снаружи. Видите ролики? Сейчас остановлю. Раз. И обратно. Профлист. Цвет забора. Дуб. Матовый. Раз. И вот снизу приварен рельс. Вот такое качественное изготовление. Трубы здесь три вида. 40 на 60, 40 на 40 и 40 на 20. Такие мощные ворота. Так что, если кому нужно качество, а не ширпотреб, который в основном присутствует на рынке строительном, и черной трубы и таджикской сварки, то обращайтесь, мы вам изготовим. Монтаж можете заказать в профильных компаниях. Ну и, соответственно, всю комплектацию.